Владимире эвакуировали людей из госучреждений, в том числе из здания областной администрации. Утром в Белом доме проходила пресс-конференция в РИО первого заместителя губернатора области по промышленности, экономике и сельскому хозяйству. В 11 часу утра, прямо во время выступления Александра Ремиги, в здании обладминистрации сработала система оповещения. По громкой связи было сообщено о минировании здания. Это, конечно же, знать, что вообще происходит в регионе с точки зрения предоставление. После объявления тревоги сотрудники областной администрации организованно пошли к выходу, после чего все стали ожидать неподалеку от здания. По нашим наблюдениям, оно опустело примерно за 10 минут. Чуть позже к Белому дому подъехали экстренные службы. В здание администрации зашел кинолог с собакой. Как пояснили в пресс-службе региональной власти, звонок о минировании поступил в приемную Белого дома утром 18 ноября в 11 часу утра. Но он оказался ложным. Уже примерно в полдень все сотрудники были на своих рабочих местах. Примечательно, что на этот день была запланирована отработка учебной тревоги, которая должна была состояться позже, рассказали представители Белого дома. Одновременно с областной администрацией эвакуация людей прошла и в других государственных учреждениях. Официально правоохранительные органы обычно не комментируют подобные эвакуации, но по данным нашего источника в силовых структурах, людей выводили из судов, административных зданий, МФЦ и образовательных учреждений. Из-за первых снегопадов на дорогах области фиксируется увеличение дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД буквально бьют тревогу. Автомобили вылетают в кювет, врезаются в деревья и устраивают массовые аварии. Так, 18 ноября в Вязниковском районе столкнулись сразу 4 автомобиля. Это произошло утром в половине пятого на 304-м километре трассы М7 «Волга». Пострадали 4. Из них 3 водителя легковых автомобилей и 37-летний пассажир. Все они направлены на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводятся проверки. Водитель автомобиля «Ивеко» с полуприцепом «Шмидт» на 1958 года рождения совершил наезд на ограждение, разделяющее транспортные потоки. После чего в данное транспортное средство врезались 3 легковых автомобиля, следующие за ним. Это «Тойота Камри», которым управлял водитель на 1981 года рождения. Автомобиль «Мерседес-Бенц Вито» под управлением мужчины на 1984 года рождения. И автомобиль «Киа Спектра», которым управлял водитель на 1996 года рождения. 17 ноября около 11 утра на автодороге Дубки-Киржач 50-летний водитель автомобиля Сузуки потерял управление. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево, сообщают в дорожной полиции. Пассажир иномарки 51-летний мужчина с травмами доставлен в больницу. Несколькими часами позже в том же Киржачском районе еще один автомобиль оказался в кювете. По данным ГИБДД, на трассе Киржач-Александров 51-летний водитель ВАЗа 11 модели, утратив контроль над автомобилем, съехал в кювет. Пострадавшего водителя с травмами госпитализировали. Днем 18 ноября на Владимир обрушился первый крупный снегопад. В мэрии заявляют, что начали готовиться к нему еще с ночи. На дороге выехали 24 комплексные дорожные машины. Ночные механизированные бригады сметали снег и обрабатывали дороги песко-соляной смесью до утреннего час пик. Днем работать продолжило уже 18 дорожных машин. Почему их количество уменьшилось, власти не уточняют, но заверяют, что уборка проводилась непрерывно. Рабочие готовились к вечерней гололедице. В Упордор Москва-Нижний Новгород тоже отчитались об уборке федеральных трасс М7 и Р-103. На них в регионе от снега было очищено свыше 3000 квадратных метров покрытия. Для обработки дорожного полотна использовали почти 1500 тонн противогололедных материалов. Работали более 30 комбинированных машин, 7 тракторов и 5 погрузчиков. Впрочем, снегопад был действительно сильный. Не везде спецтехнике удалось своевременно очищать дороги, жалуются водители. Дорога очень ужасная, особенно за городом. Здесь хотя бы машины ездят, а за территорией машин мало и... Там просто уже огромные сугробы. По городу тоже плохо. Ну, дороги огромные, просто, ну, уже сугробы. И дорогу надо чистить. Я уверен, уже много аварий. Я езжу, просто вижу. И сам чуть ли уже много раз не сталкивался. О непогоде рассказал 6-му каналу начальник Владимирского гидрометцентра. Снегопад продолжится и в ночь на 20 ноября. Местами будет метель. Самую большую опасность составит гололедица на дорогах. Погода будет обусловлена прохождением серии циклонов по югу области. И мы как бы находимся в северной части этих циклонов. Основной будет проходить сегодня, но он циклон заполняющийся. И осадки
в виде снега, основные, будут сегодня ночью. Снега выпадет от 5 до 19 миллиметров. Если переводить просто в толщину снежного покрова, от 5 до 19 сантиметров. Температура воздуха составит минус 3, минус 8 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. 20 ноября климат останется прежним. Только ветер поменяет направление на юго-восточный и составит 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет на 1 градус относительно предыдущей. Днем поднимется до минус 1 градуса. Прокуратура Владимирской области выявила более 600 нарушений в обеспечении жителей региона льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. За этот год надзорному ведомству не раз приходилось восстанавливать нарушенные права граждан. Более 370 заявлений было направлено в суды. Они касались обеспечения нуждающихся медсредствами и возмещения денег, которые льготники затратили на их приобретение. Общая сумма почти 11 миллионов рублей. Кроме того, в надзорном ведомстве сообщают, что в этом году было внесено более 120 представлений. В результате 110 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратуре совместно с органами исполнительной власти удалось в десятки раз снизить число отсроченных рецептов. К слову, нарушения прокуроры выявили и в деятельности облздрава. В надзорном ведомстве установили, что должностные лица Департамента здравоохранения не всегда принимают все необходимые меры по закупке жизненно важных лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения граждан. Нередко из-за несоблюдения сроков рассмотрения протоколов пациенты не могут вовремя получить положенные лекарства. Прокуратурой выявлены факты ненадлежащего исполнения мероприятий национального проекта здравоохранения. Так, Министерством здравоохранения Российской Федерации с администрацией области заключено соглашение о предоставлении в текущем году денежных средств из федерального бюджета на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений пациентов высокого риска, которые находятся в диспансерном наблюдении. Общий размер превысил 36 миллионов рублей. Указанное финансирование направлено на обеспечение лекарств средствами лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания и оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Прокурорская проверка показала, что денежные средства, выделенные в рамках указанного регионального проекта, не освоены в значительном объеме, несмотря на то, что 10 месяцев календарного года уже истекли. Кроме того, Департамент здравоохранения, как выяснили в надзорном ведомстве, плохо проконтролировал некоторые подведомственные учреждения. Так, например, в Камешковском районе в связи с затягиванием главным врачом Камешковской районной больницы сроков организации торгов на заводку «Свай» подрядчикам нарушены сроки поставки быстро владимых модульных конструкций в населенных пунктах Сергеиха и Краснознаменске. По результатам проверки, исполняющим обязанности прокурора Владимирской области, было заместителя губернатора региона начало представление. А кроме того, прокуратура Владимирской области продолжает работать в специальной горячей линии по вопросам нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения. К слову о представлении прокурора. Теперь Константин Баранов, а именно он курирует сейчас соцсферу и здравоохранение области в том числе, должен устранить недостатки и отчитаться перед надзорными органами об исполнении. Кроме того, чиновник должен выяснить, по чьей вине в Департаменте здравоохранения происходят нарушения и сбои, и принять меры. Средняя зарплата в региональной сфере промышленности возросла. Об этом рассказал в Рио первого замгубернатора области по промышленности, экономике и сельскому хозяйству. Александр Ремига провел пресс-конференцию для журналистов в Белом доме. Спустя примерно 20 минут после начала общения с прессой пришлось прерваться из-за начавшейся эвакуации в здании администрации. Впрочем, конференцию Ремига продолжил уже на улице. Как отметил в Рио первого замгубернатора, по итогам прошлого месяца инфляция составила примерно 12%. А средняя зарплата в региональной промышленности возросла до 44 тысяч рублей. 12%, это, по-моему, последние цифры были, 12%, она то растет, то опускается, но в среднее, вот в районе 12, у нас выросла зарплата, у нас на конец того года, если мне память не изменяет, да, порядка было 42 тысяч, сейчас 44. Спросили у ВРИУ первого заместителя Авдеева и о влиянии частичной мобилизации на региональную экономику. По словам Александра Ремиги, она практически никак не сказалась на производственном процессе. Мобилизация практически никак не повлияла, ну, то количество, которое было мобилизовано, да, ну, предприятие, понятно, что, там, условно говоря, когда выбывает даже один сотрудник, это потеря для предприятия. Но, тем не менее, с точки зрения там процессов каких-то нет вообще никак. Вообще никак не повлияло. Еще одно серьезное заявление Ремиги. По его мнению, уход с российского рынка иностранного капитала тоже никак не повлиял на работу предприятий региона. Были предпосылки, опасения касательно компаний с западным капиталом.
У нас больше 100 компаний таких работает, ни одной не закрылось. Могу сказать, что некоторые ушли, но через продажу. Для компании вообще ничего не изменилось. Наоборот, мы рады, что теперь акционеры полностью российская сторона. Кроме того, Александр Ремига дал понять, что большие надежды возлагаются на предстоящий Владимирский инвестиционный конгресс, который пройдет с 1 по 3 декабря. Там предприниматели должны пообщаться друг с другом и, возможно, заключить какие-то сделки. Как ожидается, помимо представителей бизнеса, туда приедут эксперты и представители федеральных министерств. Алексей Домнин, Егор Дьякевич, 6 канал. Раскопанная ранее территория благоустроена. Жители этого дома номер 48 на Тракторной дождались благоустройства прилегающего участка. Напомним, наш телеканал рассказывал о жалобах местных жителей. Местный тротуар больше напоминал сельскую дорогу. Вместо асфальта – комья земли. А в дождь ходить здесь можно было только в резиновых сапогах, рассказывали местные жители. По их словам, всему виной проводимые в этом районе работы по замене теплосетей. Энергетики начали их в сентябре, но с благоустройством раскопанной территории, видимо, не спешили. В конце октября представитель компании Т-Плюс сообщил нам, что благоустройство проблемного участка началось. Но вмешалась погода, из-за дождей пришлось прерваться. Правда, теперь территория у дома на Тракторной преобразилась. Участок у жилого здания был заасфальтирован и приведен в порядок. Я так понимаю, делали там, я не знаю, трубы или что-то делали. Здесь была отвратительная грязь, все было перекопано, было невозможно вообще ходить. Теперь, я так понимаю, уже все закончили, все работы закончены, все сделали, все хорошо, приятно ходить. Если вас беспокоит нерешаемая коммунальная проблема, звоните нам по телефону 36 66 66. Мы обязательно поможем. Эти школьники получили основы спасения утопающего. На водоеме Семязина для них провели мастер-класс сотрудники МЧС. Повесткой стало образование тонкого льда на воде. Спасатели подчеркивают, такая наледь обманчива. В период с ноября по декабрь ночью под воздействием отрицательных температур лед укрепляется. Его толщина увеличивается. Но днем под воздействием плюсовых температур и солнца быстро нагревается от талой воды и становится очень слабым. Для выхода на лед его толщина должна быть не меньше 10 сантиметров. Определить это можно по цвету. Если лед прозрачно-голубой либо зеленый, можно смело идти. С тонущим сложнее. В панике он потопит и спасателя, поэтому подплывать надо со спины. Руками крепко обхватить пострадавшего поперек груди и грести к берегу. Вытащить тонущего на сушу – это лишь полдела, подчеркивают спасатели. Важно оперативно оценить состояние пострадавшего. Переохлаждение чревато. При температуре тела 32 градуса органы отказывают. Дальше летальный исход. Итак, человека мы вытащили из воды, его нужно обогреть. В каждой аптеке у нас продаются такие вот одеяла, согревающие. Снимаем с него обязательно одежду сырую. В рамках тренинга «Тонкий лед» специалисты обучили владимирских школьников и техники искусственного дыхания. Использовали для этого манекен-тренажер. Не обошли стороной и методику сердечно-легочной реанимации при остановке сердца. Многие реагируют адекватно, совершенно воспринимают информацию полностью. А какие-то, ну, своеобразные есть дети, которым ничего не надо, конечно. Но в массовом потоке большая часть, конечно, воспринимает все это всерьез, понимает, что надо, необходимо это сделать, учатся на ошибках, вот, учатся именно с нами. Как это делается, как мы показываем, как это правильно сделать, качественно, и какие мероприятия вообще нужно производить. Сейчас дети все чаще пытаются выйти на лед, говорят спасатели, в группе риска и рыбаки. С ними специалисты тоже работают, проводят профилактические беседы и раздают памятки. Впрочем, особо самоуверенные найдутся всегда. И тут уже самому себе надо сказать, улов не стоит жизни. Анастасия Козлова, 6 канал.